Как пояснил директор управляющей компании «Сфера жилья», ранее ЖУ-7, деревья были спилены по просьбе жильцов трех первых этажей. Они жаловались на недостаток солнечного света. Сторона проживания их дома является теневой. И сами деревья, они закрывают естественный свет, что людям мешает проживать в нормальных условиях. И мы, как управляющая компания, отреагировали на данную жалобу. Кроме того, как поясняют специалисты, изначально эти деревья были высажены неправильно. Санпином тоже предусмотрены определенные параметры высадки деревьев и прорастания деревьев. Это кустарники не менее 1,5 метра от стены дома, а большие деревья не менее 5 метров. Как заверило руководство компании, уже весной в 16-м микрорайоне планируется провести очередной субботник. На месте вырубленных деревьев, но уже с учетом требований Санпина, высадят новые. Какие именно, решать жильцам.